У меня, кстати, скан есть. Асимасло, окей. Ураган. Блять, у троих скан, охуеть. Блять, это ужас, нахуй. Я вам клянусь, это ужас, блять. Это ужас! У нас 4 мирных, это ужас! Бля, пиздец. Сука, реально такой шанс дали охуенно поиграть за Таноса? Но я его так тупо... А, вон камень взяли. Стрелочку видел. Такой охуенно шанс реально дали, я, блядь, его въебал. Но, сука, я так хочу нормально отыграть, что потом, типа, ну, реально понять. Надо просто понимать, что, кто за что отвечает. Блядь, ничего не так вдвоем так долго стоят. Так, знат... Уже спалили? Короче, сейчас. Тут очень жестко можно палить, кто не Танос, точно. Вы видели толпа сейчас за оранжевым камнем? Да. Вначале? Вот. Короче, я себя материю его... Я не пошел, потому кто что я увидел стрелку. И... Вот кто не идет, тот, ну, Танос, типа, очевидно. Я не пошел, Лид не пошел, там, типа, блядь. Ну, короче, тупо. Просто банально, это, знаешь, да, это сложно. Просто банально я только сейчас увидел, типа, эту хуйню, что... О, стрелка, типа, я скажу сразу, стрелка белого цвета, она белая. Белого цвета, да. Вот, это просто... как с ключами, типа, знаете, на карте. Да, кстати. Да не, ну, типа, смысл кому-то еще бежать, если он и так видит толпу. Я, допустим, с Аси, мы просто сверху стола были, и поэтому мы сами... Да, я тоже туда побежал. Ураган, это да, когда ты играешь уже несколько игр. А вот сейчас я со всей толпой бежал за стрелкой взять камень, а потом смотрю, раньше меня взяли, типа. И логично, что все так, скорее всего, типа, думают. Я вот сейчас ты это все разъяснил, я только сейчас обратил вообще, о чем речь. Я сбегал за толпой, побежал посмотреть. Блин, мы, кстати, предыдущую катку выиграли, выполнив задание, ребят. Поздравляю. Да, первый раз. Впервые, блин. За 2 месяца, наверное. За 3 даже. Кстати, надо этот Кирюхе еще объяснить, чтобы он поставил и в 10-ром поиграл. А, да. У меня, кстати, скан есть. Брови такие классные. Скан, брат. Аси масло, окей. Ураган. Блять, у троих скан, охуеть. Все, мы, блять, мирные, нахуй, мы вообще можем не бояться. Блять, ну Аси вообще железобетонный для всех мирный. Я там с ураганом, ну ладно. Блять, невидимость бы... Убили! О, ебать, убили. Там Аси, походу, убили. Аси умер? Убили. Все, это Чупикс, это Чупикс. Это Чупикс, это Чупикс, это Чупикс. Это Чупикс. Почему? Камень, ну, типа, подсвечивается, появляется. Короче, когда хранители камня убивают, появляется стрелка. Да. И это сделали в медпункте, Нет, не в медпункте. Так я даже не добежал без Мы не успели разойтись, как, типа, свет выключился, ураган так был рядом с Асей. Я даже не был в медпункте. Это Джонни и ураган выбежали из медпункта. Ну да. Так меня там даже не было. Ты только что бежал ко мне навстречу. Ну, а я откуда бежал? С медпункта, что ли? Нет! Аси выбежал из медпункта, ты его встретил, ёбнул. Вы что, гоните? Я тогда труп Аси. Бля, Чупикс, я... Чупикс, я надеюсь, нам еще раз выпадет Танос, реально. Вот это пиздец. Вот суки. Вот суки. В чем я спалился? То, что ты убил Аси. Убил Аси, хранителя. А мы как раз сейчас с ураганом вместе с Аси были. И единственное, кого мы увидели, кто был рядом с нами, это ты. Что, вы Кирюхе будете ставить мода? По таймингу. Да, я ушел от голландского. Только что, секунду назад. Да, секунду назад. Я никнейм тоже сейчас поменяю. Скажите. Ну, вам как сказать. Кстати, в детстве тоже думал, что если актер умирает, то и все. Мы тоже, нас когда в Амонге убивают. Так черная пантера же актер. В Амонге, да. О, камень. Амон. Так, Айси у нас 100% мирный. Ураган. Оставляем их там, голубков. Кофе-ураган. В животе ураган. Принимай эспумизан. Варпа-трахер. Опа. Ладно. Че, как Кирилл так быстро ебанул? Камон. Ебать тут нахуй народу. С первого раза нихуя себе, блядь. Так, охрана, верхний двигатель.
Интересно, мертвый там ли у нас либо варпач, либо ков? И... кстати, медицине. Оп, лид, блядь, засал что-то. А ну-ка, подожди. Это точно лид был? Так. Олеговна. У меня сейчас было есть подозрение небольшое на лита, который, увидев меня, убежал назад. Да, ребята, знаете, что круто? Что круто? Когда у тебя этот камень души, ты полностью мирный. Я потом подумал, нафига мне идти туда и разобраться. Ну, Чупикс вроде мирный, потому что он саботаж чинил кислорода прям сразу. Знаешь, ничего не значит. У меня есть подозрение. Я пока что вообще в игру включаюсь, я пока вообще ничего не шарю. Ну, я смотрю, Кирилл. Я не играл в Among Us уже месяца 4, наверное. Какой последний задание делал? Дима сразу Танос выпал. Варпач, что? А у меня, видишь, желтый ник? Я подобрал... У меня, видишь, желтый ник, говорю. Он Танос. Нет, я, короче, подобрал камень души. То есть я полностью... А, ну у него, слышали, может быть, не желтый ник, да, у него, может, такая хуйня. Короче, объясняю. У меня есть подозрение большое на Кирилла, потому что по таймингам, когда он был в электричестве, он очень быстро появился сверху меня. Это раз. Во-вторых, типа, по большей части... А я ничего не делал в электричестве, я просто пробежал. Ты очень быстро с верхней стороны вышел, когда мы с тобой внизу были у электричества. Короче, у меня очень большие подозрения на Кирилла. Подожди, я пробежал мимо кого-то из ребят, не помню ник. Я по низу чисто бежал через хранилище, вот это, через склад. Через склад я пробежал, я вообще никуда не бегал. Я просто пробежал по карте, вспоминал, что делать. Ну, короче, Лит и Кирилл. Давайте скип. Лит и Кирилл, занимайте нас. Дадим поиграть Танусу. А мне почему не дали? Когда... А где кофе-то был? На камерах, на камерах. Подожди, это режим мод Таноса. А что Танос-то делает? Камни бесконечности собирает. Да. И у каждого вы камня бесконечности... Вы мне ничего не рассказали, вы мне сказали, что ты иди играй. Ну, ты пропустил инструктаж, Кирилл, ты пропустил его. Спасибо, пацаны, спасибо. Да ладно, понятное дело, что не знает. Ася, брат, есть у тебя? Есть. Понял, Васи нет. Блять, Ася предатель. О, драгония. Блять, это ужас, нахуй, я вам клянусь, это ужас, блять. Это ужас! У нас 4 мирных, это ужас! Это ужас, блять. Это ужас. Блять, из игры реально сканирование надо убрать. Я вам серьезно говорю, просто убрать сканирование. Драгония, короче, голландский и Аси мирный. Это, блять, пиздец. Это реально пиздец. Блять, какая хуйня. Блять, чуваки, я вам серьезно говорю, это... А что такое быстрое, это фулл хуйня играть так, я вам серьезно говорю. Я вам сейчас могу назвать 4 мирных. 4 мирных, блять. Могу назвать вам сейчас. Почему? Драго, ты же жив? Драго жив. У меня Драго показывало, короче, что я его жду, типа. Но его там не было. Все нормально, нормально. Пинг. Я видел, я проверил, видел. Короче, 4 мирных, блять. Да, 4. Кто? Сука, что с нашим уебанским интернетом, блять? Добро пожаловать. Кто-кто? Джонни, короче, Джонни, Аси, я и Драго. А Лид, кстати, почему-то на спавне стоял. А у меня стримдек что-то. Драго. Значит, ураган это ты. Ты ураган и знаешь. Я чувствую, как у тебя нет стримдека, дикая млика. Короче, Джонни, я хочу попасть в задание сделать. Давайте начнем с Лита, потом Кирилла. Там легко вообще. А что Лита? Ну, Лита, в смысле? Я АФК стоял пол раунда. Да не сейчас. То, что вы два подозреваемых, я про это. Я АФК стоял, потому что разбирался с микрофоном. Почему сейчас кого-то кикать? У нас 4 мирных, потому что так легче будет. У нас два подозреваемых. А может быть, в флэджике кикнем? Он мирный. Лита я видел, он стоял на респе. Блин, Варпач, Литпут, Джонни мирный. У нас еще есть ураган. Фулл мирный. Что значит мирный? Я есть. Это означает сканирование. По очереди всех. Знат вроде бы не очень. Влажите быстрее, камон. Ну, еще не обязательно было кикать. Хочешь, Чупик, с тебя следующий кикнул? Стоял на бриспе, зачем его кикнули? Подозреваемый. Ну, типа с прошлого раунда. Понятно, минус Джонни. Че он минус Джонни, блядь? Это, скорее всего, Кирилл, блядь. Он же, блядь, мимо ушей этот... Я понимаю, что стрим остался, но я-то не буду в стрим смотреть, еще уебище ебаное, блядь. Вот, у меня специально будут пруфы, типа, что этот... Я не палил. Знат. Ну чё, опять? Знат. Это, Драгу убили, Драгу как убили. Как дела?
В смысле, я стою в электричестве. Чё, а хватит у тебя ходов, блядь, всех хитых? Ну, я вам объясняю, я забегаю в электричество, со мной я забегает драга, но... я вот этот ползуночек вверх, потом у меня левее файлы, я файлы докачиваю, стоит знат возле меня, и справа валяется труп драга. Ну, логично, кто-то пришел в инвизи, убил, ушел. Нет, им разутан, мне кажется. Я перекачку сейчас сделаю. Кирилл, я не смотрел, но выключи стрим Дискорд. Я не смотрел, у меня профы на стриме есть, мне похуй. Ну, хорошо. Бля. Это, скорее всего, в инвизе реально. Что, знат сканился? Знат? Я не знаю, скорее всего, реально скан. Я даже еще не дошел. Зачем было кикать элита? Драго, я... Все подозреваемые. Все, для меня... Ну, в смысле подозреваемые? Вы сейчас пятерых человек кикнете, подозреваете. Ну, сейчас сказали то, что... Так мы вчетвером останемся мирные, бля, на похуй. Ты давай, Варман, сейчас прекращай вот это. Я пока не понимаю. Кого-то кикнут, потом кил. Короче, объясню. А я предлагаю просто из тех, кого не видно было, это в инвизе, скорее всего. Да, Кирилл. У нас... Я, короче, Джонни... Почему? Я только зашел. Кирилл, объясню, знаешь... Сори, Кирилл, ты на меня гонишь, когда тебе три раза сказали, что я мирный, блядь. Это Джонни, блядь. Да не, я гоню, потому что ты на меня гонишь. Так я гоню, потому что у меня есть для тебя... Ты для меня подозреваемый. Может, подарок у тебя для меня есть? Да. А не подозреваемый. Бан, просто... Мой голос есть. Да какой голос? Кто маньяк? Кто маньяк. Этот самый? Я за скип, я не знаю. Ну хотя говорили, что знат. Я не мог проголосовать, сорян. А что вы меня выгоняете? Я тут при чем? Я за чупер забей. При чем я-то тут? Хороший си, молодец. Так проебете. Понятно. Давай лучше двух импостеров. Я первый раз за 4 месяца зашел в Among Us, я сразу гребаный Танос, который вообще... Кирилл. Вообще. Сейчас, я тебе скажу. Радоваться. Кирилл, ты по таймингам, меня подозрительно стало, потому что ты через люк же пошел в электричество. Ну, прыгнул в люке в электричество и вышел через мидблок. Нет. А как ты тогда быстро? Я убил на камерах, и я по люку в инвизе лазил. Ну, типа, я не вылазил вообще из люка. Я смотрел и боялся вылезти, потому что, сука, вы гребаные профессионалы. Ну, я это сказал. Лик или варпан, все. Вы знаете тайминги каждого задания. А я уже сколько месяцев не играл. Типа, я понимаю, что сейчас к заданию подойду. Одна секундочка ошибки, и мне пизда просто. Нет, ты еще нормально отыграл. Мне прилетит. Ты еще нормально так. Так, давайте одну катку сейчас попробуем, если будет тяжело. Два Таноса. Да, два импостера. Два Таноса? Ну, пиздец. Да мне кажется, никак не будут общие. Да я вас в одну каску сделаю, пацаны. В одну каску. Чекайте. Я хотел быть Таносом. Я хочу пиццу и камень бесконечности. Ланский ураган Драгония. Подожди, ураган, блядь. Опа, люк! Ураган. Опа-на! Ты в курсе? Опа-на! Так, ты подожди, в курсе, что ты хочешь мне сказать? Что я краем давай, глаза скажи, анимацию я... люка сейчас увидел. Во, а я сейчас Асси вижу, что желтый ник. Анимацию блин, у меня люка, опять мою? Голосования нету, слышите? Ну да. Джоня, окей, а к тебе такой вопрос. Почему ты пробежал сейчас листочки, добежал до драга куда-то он там в навигации, потом, когда я выкидываю листочки, ты подбегаешь обратно. И причем этот был пробег ко мне не как чек, а как просто вот... Ураган, если что, я листочки первый раз выполняю сейчас. Я второй раз не... Я первый а раз... нахрена жизни. Ты пробегал их? Слушай, я... Прикол в том, ты первый раз пробежал вниз, потом ты ко мне подбежал. Ураган, я сейчас сверху выполнил вот этот люк, пошел вниз на камень, который внизу был, в самом низу. Увидел там знато. Кто еще меня видел у щитов снизу, справа? Джонни, это не ураган, я тебе отвечаю. Знаешь почему? Потому это что Джонни, мной, я Аси он за мной Джонни, бежал за этим желтым этим. Сейчас? Я Аси матерю полностью, да. Мы с самого прямо сейчас побежали. Нет, он вначале. Блядь, все, я понял, короче. Ураган, ты сейчас вниз убегал, да, вот под конец? Я сейчас видел. Проводочки, да, делаю. Подожди, ты меня справа в навигации видел, да? И вниз побежал? Нет, я вверх побежал. А, блядь, я... Вниз я игру, никто мне навстречу не бежал. Короче, я поднимался наверх, сейчас был Чупикс, ураган. Выключается свет, я вижу Чупикса, типа, пошел выполнять листочки, Чупикс мертвый, вижу слева сверху люк. Самый ближайший, кто был, это ураган. Вот так, почему это я говорю. Это ураган. Я так сказал, ну... Окей. Потому что он за мной бежал, чтобы желтый... Потому что желтый... Имейте в виду, сейчас со второго... Имейте в виду, сейчас со второго раунда уже будет несколько камней у этого шлёпка. Жёстко. Ну я в скип. Я тоже скипну.
Ну смотрите, нахуй в меня. Я Джонни проголосовал. Нет, Кирилл, я не импостер. Я по приколу, брат. Ничего личного, это всего лишь игра. Всего лишь просто выкинул нахуй. Спалил на изи. What? О. Это баг, Я думал, ебать, это как КД нахуй. У меня в начале катки голландский. Мне реакция Джонни сейчас не понравилась. Да, я в середине карты. Просто на синий камень нажал. Ты меня тогда знал. А давайте сейчас просто карту включим, демонстрацию экрана и все. Давай. Олег, я считаю, мне можно не включать. Я готов. Ну тебе можно, да. Освобождаешь. Все, ладно, не важно. Освобождай ты. Освобождай. Легко. А чё? Гандон ёбаный, блядь. Я скип. Эй, я ваш рот ебал, знаете. Полетел! Сосите! Чё, не щёлкнешь пальчиком, да? О. Полетели, блядь. Так. Кофе замутишься? Ой. И у тебя из наушников ещё слышно. У меня? Я из наушников услышал скан, блядь. Это ураган, да, получается, или кто? Сейчас давайте поищем. Так, знатик сделает. О, это голландский. Нихуя себе, блядь. Нихуя себе, блядь. Невидимый. Опа, убили, блядь. Во, вы видели, труп появился? Это из инвиза кто-то убил. Алло. Да. Вы видели, сейчас труп был? Кто-то из инвиза убил. Труп прямо у меня. Вы ебанутый, блядь. Был... А убийца... кто был рядом с тобой, Кирилл? В электричестве, да? Алло, блядь, убийца голландский, нахуй мне Кириллу заходить. Да правда, я не забыл. Пять лет вместе снимаем. Я 4 месяца не играл в Among Us, я еще вникаю в игру, в этом прикол. Я вспомню сейчас. Я подбегал на электричество, подбежал, короче, свет чинить, там выключатели рандомно все... Рандомно выключатели все мешали, и я, короче, убежал оттуда, но там был, я точно помню, знат, потому что шапочку запомнил, а кто еще... Ну, знат, говори, значит, кто там был. Можно свою логику объяснить? Ну, чисто вот, как я считаю. Вот кто сейчас свет, кто свет восстанавливал, сейчас вот эти галочки нажимал? Я пытался, но там... Кирилл... Вот смотри, я Кирилл, тебя умоляю, оффни экран. Хорошо, такое ощущение было, как будто... Блядь, все заебут нахуй, Олег записывает ролик сейчас за Таноса, и просто в инвизе для контента выключал свет постоянно по КД. Чего? Я думаю, что это Олег. Бля, выключи, пожалуйста, у меня чат заебывает, я умоляю. Сейчас просто скажу, почему это не Олег, потому что мы с ним скан прошли. Да. А, ну, прости, Кирюша. Я думаю, что это Олег, ну знат. Для контента это было бы классно. Я выключатели. Ну это вообще 200 IQ, слушай. Нет, кофе бы не догадался, потому что я эти выключателями баловался, выключал. Это не Олег. То есть это ты пипирку дрыгал, да, вот это? Дыргал. Бля, у нас два Таноса или один сейчас уже? Один. Ну он в меня проголосовал 100% Танос. Я в знаты голосовал. Олег, прости, это я в тебя проголосовал. Бля, прикиньте, сейчас Галыч выиграет. Блять, ну тут вообще мир, на самом деле, пиздец подачки. И самое главное, тех, кто подобрал камень, нужно оставлять в самый последний момент. Потому что если ты будешь убивать... Там столько, через столько хуёв перейдет этот камень, что вообще каждого пометит, кто мирный. И смысл. Опа. Олег, кто тебе навстречу бежал сейчас? Олег, никто. Смотри, стой. Смотри, знат был мирным, а я мирный, Драга мирный, Кирилл мирный. Остается лит, либо голландский. Я с камер сейчас, бежал. Сейчас, Кирилл... Потому что я не мог быть. Я пробежал сейчас мимо двух человек кого-то. Подожди, Лита, почему ты думаешь, что это варпач? Я спрашиваю, почему не он? Потому что мы вместе с Кириллом сейчас шли, получается, в направлении щитов. И там мы разминулись. То есть я пошел щиты делать, а Кирилл вперед ушел. Ну, я просто пробежал, да. Я видел сейчас два тела. А я остался в конце, то есть я не дошел до места. Олег, это ты же с кем-то бежал, да, сейчас? Со знатом. Со знатом. В смысле, с трупом. Мы выбежали... Знат умер. Что сейчас произошло. Мы выбежали вместе с ним с электричества. Хотел добежать до кнопки, сделать общий сбор, посмотреть, умер кто-то или нет. Бежишь ты ко мне навстречу, и походу рядом с нами был чел в инвизе. Как раз таки в этот момент пересечения... Это было бы просто глупо убивать, типа, игроку обычному, ну, вот так. Согласен. Вот, типа. Подожди, а голландский элит, вы друг друга видели? Я... Нет, я не видел.
Короче, мы выгоняем просто двоих, Лит и Голландского, выигрываем игру. Я шел с камерой, если что, сейчас. Если что, с камер сейчас. Кирилл, мне кажется, должен сейчас за меня проголосовать. В том плане, что я мирный. Потому что я бы не успел. Иначе я убил бы на глазах у Кирилла. Не, Лит, все, это ты. Давайте, короче, сначала Голландского, потом Лит. Ну, потому что, типа, мы с Драго прошли сканирование, Кирилла сейчас просто подставили. Ну ладно. Ну я сейчас ничего не делал. Я вам жопу ставлю. У меня экран был включен. Я предлагал выгнать Голландского. На камерах был. Сразу сделайте, у кого кнопка есть. Мы выиграли. Мне кажется, голландский предатель. Эй, GG! Как это? Я говорю, давайте выиграем сначала голландского. Короче, с одним танцем. Объясню. А как он сейчас выиграл, я не понял. Сейчас, смотрите, он меня убил. Есть, я двоих убил. Есть вопрос такой. Смотрите, у нас есть, допустим, режим с танцем, где мы можем вдвоем. Смотрите, есть два вопроса. Первое. Они будут по пол перчатки собирать, либо у каждого свой камень. Вот, да. Либо это один импостер, а другой Танос. Так а сейчас был один Танос, и мы выиграли. Как бы смысл. Мы с одним будем? Ставить. Давай с одним, ну один. Давай. Когда прям жаловаться прям будем.